следующий год у нас Мухина стоит в плане. Теперь нам нужно понять, все-таки по какому варианту нам двигаться. Первый для нас важнее – это сделать в один год сети. Дать ему стояться, улежаться, потому что мы понимаем сложность этих сетей. Если нам не дадут возможность сети делать с разрывом от дороги, да, тут тогда мы пойдем по первому варианту. Часть дороги в 2021 году, часть в 2022 году с сетями вместе. Начиная работы в феврале по сетям, можем мы тогда уложиться, вот, допустим, на участке обозначенными? В принципе, да. В принципе, мы можем. Если пойдем, допустим, в феврале, пойдем. Ну, говоря, просто это будет увеличение затрат, часть того, что зимний перевод. Да? Все. Но зеленку здесь надо делать. Здесь надо прям красиво высаживать аллею. Прям она просто просится. Какая у вас сегодня проблематика основная? Ну, у нас кровля. Кровля, да. Да, ну затекает по кабинетам много всего. Проблема основная, да. Старая. Он там начинает угла, это первая. И угла туда. Но мы туда, конечно, не дойдем. Мы просчитали, у нас ремонт примыканий фальца так. И ремонт парапета, потому что парапеты тоже в отвратительном состоянии. Так. Ну и, соответственно, еще заложили туда будет ревизия и ремонт водоотводных труб. Покажите мне, где эти трещины пошли. Их видно, да? Ну, конечно, визуально. Видно. Даже видно визуально. Вот, видите, куда? Сорвем пока что здесь, да? Какая работа у тебя в части контроля за расхождение трещин? Ну, кроме двух овешек, вот увидел там на высоте вытянутой руки? Нет, ну мы как бы не осуществляем контроль. Данный контроль ведут сами хозяева. Единственное, просто мы они сделали... вот сейчас отложат скрипку, да? Угу. Давай уйдем от формализма. Давай от формализма уйдем, да? Я понимаю. Вот не говори на такие вещи. Не говори, когда ты разговариваешь с художником, не говори, как ему рубить мясо. Они занимаются воспитанием детей искусством тогда. Мы с тобой строители, ты в первую очередь строитель, да? Поэтому расскажи мне, каким образом ты помогаешь этому учреждению контролировать степень расхождения? Каким образом? Что для этого надо? Для этого необходимо поставить маяки и завести журнал контроля. Если маяк лопнул, зафиксировать, что маяк разошелся. Что нужно для этого, скажи? Давай отработаем. Обратись ко мне, сядем посмотрим. Возьми на контроль. Надо нормальное заключение. Да. Чтобы это было не заключение учителя музыки, да? Да. А заключение специализированной газ, который говорит, что данные трещины появились в результате работы своей бойки, там, да, допустим. Или там естественного износа, или там просадки фундамента и так далее, и так далее. Хорошо? Да. Сделайте. Сделаем. Вот еще один из ярких примеров, когда мы на месте сносимых бараков должны делать какое-то общественное пространство. У нас в этом году идет сквер имени Кузнецова, да, напротив двоку, напротив барака, который мы выкинули. И вот еще одна территория, здесь тоже был снос аварийного жилья. Достаточно долго здесь используется как стихийная парковка. Есть очень много заявок от жителей, чтобы мы здесь сделали какое-то красивое пространство. Мы хотим не только центр города облагораживать, но и, конечно же, территории дальние. Вот мы сейчас находимся в районе микрорайона. Здесь достаточно большие пространства, из которых можно сделать красивые скверы. Территория пятой стройки, территория сплавной конторы Астрахановки тоже попадает в тот реестр территорий. Я напомню, что в этом году жители уже проголосовали за территорию Буяновского ручья, это маховая пать. Она тоже будет благоустроена. Но вот такой комплексный и подход к формированию всей территории, конечно, будет администрацией проводиться на постоянной основе. Благэко у нас в 99% готовности, да, вот этот пресловутый процент, который не позволяет нам ввести в эксплуатацию, заключается в самой большой на сегодняшний день причине – это отсутствие эксплуатирующей организации. Ряд документов, которые входят в полный пакет исполнительной документации, невозможно сделать без наличия эксплуатирующей организации. Кроме этого, из-за того, что объект долго не эксплуатировался, появились небольшие проблемы с плесенью, с противопожарной обработкой, да, сейчас проблемы устраняются. Также у нас откосы и скважина. Скважина была заилена, и тот объем воды, который необходим для функционирования данного завода, был недостаточен, и мы провели диагностику и ремонт этой скважины. На сегодняшний день процесс идет, и вода будет поступать в том объеме, который необходим. Это главные причины, которые на сегодняшний день не позволяют ввести завод в эксплуатацию и, соответственно, передать его в областную собственность. Ну, до конца июля мы убедились в том, что вроде как бы все работы должны быть выполнены. В августе мы планируем совместно с Минприроды произвести комплексные мероприятия по передаче в собственность областную, ну и, соответственно, с передачей его на эксплуатацию организации, которая будет непосредственно заниматься здесь мусоросортировкой.
Итак, у нас та проблематика, которая в городе имеется с водоотведением, вам уже, наверное, известна не понаслышке. Да? Более того, вы помогали в разработке технического задания, и дальше вы участвовали в виде консультанта, и фактически вы выиграли этот аукцион. Поэтому мы очень надеемся, что мы достаточно плотно с вами поработаем. Но нам самое главное, вот надо будет еще, то есть при застройке, да, мы когда землю отдаем, то есть уже предусматривать территории, где мы, возможно, будем водосборники устраивать. Водосборники нужны пруды, грубо говоря, да. Посмотрев за два дня город, вчера меня повозили по болевым точкам, могу сказать одно, что наряду с проблемой отвода поверхностного стока, собственно, чем мы и занимаемся напрямую в этом контракте, я увидел еще две проблемы, которые являются смежными, но которые необходимо тоже поднимать и решать. Это гидромелиоративные задачи. Они к поверхностному стоку имеют, конечно, отношение, но очень опосредованно. И задачи по инженерной защите. Возьмете мой телефон, напрямую, если какие-то вопросы звоните, то есть в любом формате мы общаемся. И я вообще сторонник оперативного, даже телефонного реагирования. В первую очередь, письма мы всегда догонимся и так далее, чтобы не терять драгоценное время. Для меня оно реально драгоценное. Мы даже эту схему получить.